приземлился Аэрофлот и прилетела еще Люфтханза немецкая. Вот, я понимаю, смотровая площадка в Праге, в Чехии. А у нас даже не разрешают фотографировать самолеты. Ну, это какой-то ужас один, да? Смотрите, как здесь. Терминал 1. Можно все фоткать, снимать. Есть написано все про самолеты. Вот как интересно посмотреть. Вот, Ryanair. Это лоукост. Вот так интересно. Вот заходите себе без проблем сюда. Смотреть с детьми. Очень много здесь места. Очень мне понравился аэропорт, супермаркеты, Макдональдс, разные вот эти Subway, ихние бюджетные столовые. Вьетнамцы, где работают. Очень классно. Что там у нас за... Это китайские. Вот, идет на взлет какой-то. Я не знаю, что это за самолет. Французский, по-моему. Это у нас ХЛВ. Вот он уже полетел вверх. Я хочу увидеть какой-то Airbus A350, A320 или Boeing 747. Вот такие. Ну, классно. Недорого здесь. Можно купить себе еды, кушать. Не так, как у нас в 20 раз дорого. Если есть деньги, идете в ресторан. Ну, меньше денег. Идете в супермаркет, покупаете себе еду там. Вот уже Аэрофлот подъезжает сюда. Россия. И мне нравится то, что есть еще надписи на русском языке. Смотрите, как приятно здесь сидеть. Ну, давай, Аэрофлот, подъезжай. Куда ты будешь подъезжать? Очень много вьетнамцев и китайцев ехал в автобусе. Мой проездной, езденка, так называется по-чешски, 110 крон. Я за 110 крон езжу 24 часа в аэропорт, с аэропорта. Вот какие-то обслуживающие машины. Так, он поворачивает, нет. Вот идет еще на взлет какой-то очень маленький самолет. Нет, он приземлился. Маленький-маленький. Этот Аэрофлот куда-то в другую сторону едет. Он не сюда, его... Он обслуживается где-то там, в другом месте. Такие вот дела, друзья. Пойду еще вам немножко покажу. Так. Покажу вот там, где экскурсии. Кстати, сюда можно ходить по территории вот этого аэропорта с экскурсией. Вот так. Так, что-то там взлетает. Звук такой дерщит. Может, с другой стороны. С другой стороны. Ну, где оно? Такое громкое. Что-то непонятное. Я очень люблю самолеты с детства. Мне папа привозил. Такие пластмассовые. Поэтому... Заходите на блог Александра Чебана, он снимает, ведет свой блог alexcheban.livejournal.com, по-моему. Так, ладно, пока на этом закончу. Пишите комментарии, если вам интересно. Приезжайте, летайте, путешествуйте. Пока-пока.